больше видно и лучше видно. Вот, ребят, еще раз посмотрите на эти виды. Вот. Ой, что происходит-то? Мы куда? Ребята, вот оттуда мы прилетели с Димой. Дим, ты откуда? Крым, Саня, он с Крыма! Это твой Зёма! Давай, Зёма! Мочи! У меня такие друзья есть из Крыма. Просто, ну, вам привет! Всем привет передаю! Сашке Молчану, Женьке, Таньке, Наде, Саше, Кате, все, кого люблю и знаю, помчали. О, класс! Видите, наша тень. И мы теперь помочили чуть-чуть. Смотрите, уже совсем трасса близко. Вот, если бы были лыжи, меня бы Дима здесь отпустил, но я бы прям к черту туда, в Палдер. Так же можно вообще? Да, мы скидывали раньше, сейчас скидывали. Ну вот раньше скидывали, надо было раньше приезжать. А мы куда летим? Куда? Мы потом туда сядем, ребят. Вот оттуда вот мы прилетели. Да. Видео, скорее всего, будет постоянно, камера болтает, ничего не видно. Вот. Кто-нибудь ручкой не помашите. Люди! А, вот у нас первые. Первые на посадку заходят. И сейчас мы. Мне что надо делать при посадке? Попой просто лечь на снег. Кто-нибудь, somebody! Мне надо будет бежать или что? Или просто плюхнуться? Пару шагов. Сейчас сделаем пару шагов. Ребята, пару шагов. Вау! И ниточку разорвали! Ну что, помаши ручкой, мои друзья. Стропы. Сейчас меня будут раздевать. Ну, не догола, конечно. Вообще изначальная идея, ты не поверишь, мне по футболам пролететь. Да ладно, можно холодильник же. Можно так? Это твое дело. Вот так улетаю, ребята. Все советы, как ваш фильм называется? Атлантида. Атлантида!